Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет снова. Да. И мы продолжаем играть Dead Island Riptide. И посмотрите на наши пушечки, какие мы себе сделали. Да, катана с электрошокером. Да, им нам... Уф, ща. Их дали нам за... За что нам дали? За прохождение миссии, да? Да, за предыдущие серии мы, получается, выполнили. И мы еще на нее поставили... Благое дело, да. Мы на нее поставили какой-то электрошторм, то есть, когда бьешь... Как это... Электричеством, да, бьет? Да. А как нам сейчас, отсюда... собственно, проэкспериментируем на зомби. Мы еще не пробовали. А как нам отсюда спуститься, я не знаю. А тем же способом. Да там же вроде завалило вот это. А, ну да, ты прав. Да, тут завалило, мы сюда не можем пройти. Ничего себе. А, смотри, вот тут вот есть дом. А, ну, наверное. Вот этот вот. Не-не-не, смотри, А, нет, нет. Смотри, вот тут лестница. Я вижу. Так, секундочку, тут есть тоже... Угу. 300 метров, нифига себе. 300 метров это не так и много, мы 500 с тобой бежали. Ну то мы ехали, а не бежали. Нет, то половину бежали, половину так, ехали, так вот примерно было. Тут мы пройти можем, не можем, так. Флажок. Как же хочется проэкспериментировать, да? Да. Собственно, эту катану. Я не знаю, сюда нам или нет. Ну, если... Спустились, то точно уже сюда. Потому что назад никак не поднимешься. Так. Сейчас. 300 метров, минутку облутаем. Замечательно. Так, ты на самый верх поднялся, да? Угу. Офигеть, да, сколько спускаться. Нам бежать нужно. Да-да. Я на карту посмотрел, там... Давай, побежали быстро. Давай. Ты где? Я тут. Так, я не знаю. Не бойся, я с моей катаной-то, да, точно не погибну сейчас. Звуки. Да. Сейчас 200 метров, смотри, как быстро, да, бегаем мы. Ну, я надеюсь... Прокачались. А я не знаю, куда нам бежать. Так, подожди, минутка, ты сейчас отбежи. О, смотри, давай проэкспериментируем. Ну что ты, смотри. С одной плюхи снес я ему полностью все. Упс. Ух ты. Воу, смотри. Охренеть. Та-да. А, это вот эта вот девушка неприятная. Так, это еще что, и массовая, смотри. Трех сразу. Отлично. Так, нужно как-то оббежать, давай сюда. Нам сюда, вот наверное. Да, вниз. Ага, да. Ты прав, сюда. Нет, сюда нет, я просто смотрю, что тут есть. Так, сюда, наверное. Так. Нет, смотри, можно налево и оббежать, по сути дела. Вот. За мной беги. Катана. Тут слева двери. Ну реально офигенная пушка. Та-да. Так, тут зашкирился один. Сразу же 4000 практически урона. Сейчас... Так, а как тут пройти? Не понял. Так. Не знаю. Там я видел, лестница наверх была, ага. но я не знаю, есть ли смысл. А, да. Но можно, тут... можно. А куда мы там пойдем? Уже вроде даже на проходим. Мостик. Да, реально, куда мы там пойдем? Да. Разведай. Никуда. Есть? Не. Что-то. Ну да ладно, тогда спускаемся вниз. Чё-то мы вообще не туда пошли. Сейчас я на карте посмотрю. Да, в принципе, туда, куда и ты и шоу, все правильно. Думаешь? Ну, думаю, да, потому что других вариантов нет. Нам, по идее, нам вообще в другую сторону нужно. Ну, а мы бежим так. Нет, так. Нам нужно туда. Сейчас, да, я разберусь. Я туда, куда ты в первый раз побежал, и я, собственно, прибежал сюда. Тут куча зомби, поэтому это точно правильный вариант. Давай, иди ко мне. Я уже сюда. Так. А, вот ты перебежал, как-то интересно. Смотри. Давай попробуем их бить. Он понял, меня зомби ударил и нечаянно зацепил мою катану, понял, и сам начал дрожать от молнии. А слышишь их не звуки, да, когда мы бьём? Я, собственно, сам по шоку прошелся. Отлично, просто, я не знаю, ностальгия какая-то. Не, нет, нам не сюда, тут прохода даже нет. Нам куда-то назад так. Нужно. Ух, 190 метров.
сам выход какой-то был запутанный, да? То есть нас разработчики путали, было много, в принципе, путей, но... Как-то... Сюда нам? Подожди, тут лут есть в этом, в этой палаточке. Модернизировать можно, смотри, модификация гвоздь, то есть можно еще отремонтировать все, что у нас есть. Там можно отремонтировать? Да-да-да, тут есть верстак, иди сюда. Если интересно, конечно же. Так, ничего себе, он меня бахнул, ну и я. Где? Так, ну вот, палатки. Ага. Верстачок. Так, а дополнительное что-то создать можно еще, да? Поверх этого. Если, смотри, я еще сделаю одну модификацию, да, то оно поверх этого, да? Модификацию будет. На что? Ну, на нашу кошечку. Не знаю, там вроде одну только можно. А, ну, да ладно. Так, отлично. Ты все сделал, да? Угу. Так, есть лестница. Можно было по крыше, в принципе, пройтись, но... Так, отлично. Сколько же денежек собрали мы. Так, 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 так. Побежали. Я думал, что тут тупик вновь, но нет. 120 метров. Не обращай на них внимания, побежали. Потому что придется постоянно ремонтировать пушки. Так. Воу, ничего себе, какая буйная-то. Так. А куда мы вообще бежим? Я что-то... Так, нет, помню. Вот, смотри, направо. Мы правильно бежим, не волнуйся. Так, смотри, какая оружейная. Что это такое? Так. Я нашел. Совковая лопата. Аммиак. Так, тут какой-то чувак полностью стоит, вот, понял. Сейчас мне это ищешь? Нет, пока не это. Так, аппаратное обеспечение, нужно что-то найти, но мне все равно как-то. Ну, сейчас, да, я тут тоже посмотрю. Ага. Так. Нет, это нельзя. Все, пошли. Я тебя жду. Так, я в принципе могу прокачать какие-то умения. Так, вероятность справить врагу в нокаут при получении урона работает только для противника, чей уровень не выше вашего. Да. Так, ну и все. В принципе. Да. Я тебя жду. Метров. Да. 79 метров теперь. Нам придется, наверное, да, через мостик этот дальний проходить. Ух, напугал. Ух ты, ёлки-палки. А, ну, отойди. Завалим. Я не знаю, да пойдет ли он сюда. Да пойдет. Он упал. Да, и 11 тысяч урона. Так. А, нет, фиг его. О. Хотел, да, я его зажег, да, походу? Да, вроде. Давай, давай, поросенок, ко мне. Давай, отходи. Отойди, 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 отойди. Давай. Нормально. Давай нашими добьем, у нас же сильные, в принципе, катаны. Ну да. Замечательно, походу добили. Все, просто хотел сказать без шансов, но тут без шансов я обошлось. Так. Где ты тут? А, я просто возле тебя. ТПшнулся. Так. Кабан до сих пор здесь, да? Ничего себе. Так, все, убили вроде бы его. Так. Нам сюда вниз. Угу. Да, и теперь по мостику прямо. Ух, какой замок! Вот тут бы реально офигенно обороняться. То есть никто сюда не может подплыть. Еще бы отделить, знаешь бы, чтобы взорвать, да, пол моста. И все. Да, они прячутся там на крышах, да, или еще где-то. Ну да. Если нет, мы их бы всех уничтожить тут. Так, что это тут все горит? Да вертолет. А, да, я же забыл, что мы именно на задание это идем. На тебе дерьмо по голове. Так. Так, замечательно. А, кстати, где они умерли или что, вот эти вот водители? Требуется умение взлом замков, которые, собственно, лежит ящик, понял, в вертолете. Отойди, я там. Твою. Так. Ладно, нормально, нормально. Так,
Ты не кинул тут бомбу, нет? Нет. Замечательно. А что нам нужно найти? Так, ну что, найдите выживших. Смотри. Че? Я вот нашел следы, и он говорит, отсюда ведет цепочка следов. Я вот нашел дверь. Ты что там, лутал что-то, да? Да, что-то там. Пошли. Угу. Время собирать. Камни. Многие выжившие подались в джунгли, вглубь острова. Ну да, надеюсь, хотя бы там мало, собственно, вот этих вот зомби. О, модификация, ударный дробовик. Да, кстати, нужно будет прокачивать, да, и наше оружие. Потому что мы что-то ударное все прокачиваем, да? Угу. Так. И вновь тут водичка, да? Искать другой вход. Ох, да вы что прикалываетесь? Да-да. Ну почему все так, другие входы, ключи? Так, идите, путь на нижний этаж. Нет, мы просто другим путем, наверное. Ну тогда. Идем, все. Так, это все дело. Смотри, тут еще. Пуляйся вместе с Хендерсоном. Нет. Так. Я включу свет. Ну что? Вот, собственно. Проверить ворота. Да вы чё, блин? Так, ничего страшного, сейчас. Сейчас найдем все это дело. Офигеть, пушка, это конечно, да, офигеть. Это катана, это вообще смотреть можно. Так, ну что, заходим в дверь. Так, 17. Смотри, смотри, смотри. Так. И все. Да, только звуки от них плохие слышим и все. Так, тут ничего не нужно, да, не включить электричество, ничего. Так, в дверь, походу, да? Я вхожу аккуратненько. Так, тут заперто. О. Угу. Можно. Так, можно отремонтировать все, модернизировать и так далее. Так, ну для начала отремонтировать, естественно, нашу катану. А, так, отремонтировать. Все на 100%. Кстати, я хотел бы ее прокачать на 4. У тебя на 4 она, да, прокачана? На 3. А, все, я на 4 прокачал. Все. Теперь она у меня приносит урон 1000 за секунду. А у меня 1400 вроде. Ага. Так, отлично. Так, я вхожу. Так. Смотри, смотри. Ну чё? Теперь с одного удара несколько зомби сразу же захватывается. Ну так эта модификация еще, знаешь, урон ага. На... Как это называется? Урон... Электрошокер. Ну типа, урон по зоне, то есть ну, да. Массовый урон, можно как-то и так сказать. Да, распространяется через одного. Тут ничего. Так. Здесь настоящий лабиринт. Угу, это точно. О! Хоррор, хоррор. У нас начинается тут. В темноте. Капут. Так. Спокойно. Что это такое? А, выкину. Ну что? Алкоголь. Ничего себе, ё-моё. Так, ну что, я, может, кину коктейльчик, как думаешь? Так. Отлично. Так, ну что, я, в принципе, сейчас подожди. Рюкзак. Должен вновь катану взять. Ну чё, побежали. Тайский меч, подожди. Когти, канава полицейская. Крышка для гольфа, соковая лопата, магнум. Найдите по вход в закрытую комнату. Так, ну что, ты где? Подожди. Да, вот не спустился, тут какая-то модификация есть, бритва. Подожди, не вижу входа вниз сейчас. Ты прошел дальше, да, по коридору? Ну, потом наверное, вниз. Где ты? Так, да. Ага, пошли да, сюда. Я вижу. Тут модификация есть. Угу. Да, забрал. Пошли.
Так. Так, 23 метра. Ага. Так сюда попасть никак. Видимо, мы сейчас сюда и как раз обойдем в эту дверь. Мы явно на месте. Клич. Точно, потом еще назад возвращаться, прикинь, да? Вот тут реально в замке. Ну, вот двери заперты. Ничего себе. Так нужно как-то, я не знаю, то ли. Ага. Присесть, да? Да. Подходит. Вот тут реально бы спрятаться, да и все. Тут же. Да. Нет, но они же хотят выбраться с этого. Потому что рано или поздно все равно зомби придут. Ты так няшно ломаешь со стороны. И так при конце вообще вломилась просто. О, ракетный пилот. Где Фрэнк Серпо? А, вот он, спрятался, гад. Как он вообще через эти лабиринты прошел, а сейчас мы проходим, и тут так куча зомби, да? Не знаю. Как же вы сюда добрались? То есть он прошел, зомби его не трогали или что такое? Что? Да хрен там. Этот ублюдок заботился только о себе. Я только выбрался из-под обломков. А он уже полдороги махал. А второго пилота он застрелил и бросил, чтобы отвлечь зараженных. Я еле сюда добрался. Мать! Слушайте, как найдете его, убейте. Понятно? Убейте его. Ну пошли. Да уж постараемся. Так, пошли. Кстати, модификация кончилась, да, наша? Я так вижу. На катане. Да, нет. А, нет, шокер вот работает, потому что что-то на большой громиле он как-то, ну, не работал. Да ладно. Так. Угу. Все. Я уже думал, новая голова. Да нет. Так быстро ничего не дается тут. Сколько там уже времени? Самое лучшее оружие находится в закрытых металлических ящиках. Так, ну мы еще снимаем 25 минут. Так. Мы пошли, куда нам сейчас? Угу. Сколько там? 40 метров? Так, сейчас посмотрим. Да, и тут даже на карте показывает, в принципе, куда идти. Если бы так всегда было, да? Потому что иногда ищем путь и в этих катакомбах и невозможно найти. Так. Кажется, я уже близко. Тут так, еще модификация. Винтовка гордости, что за хрень? Ударный дробовик. Так, винтовка гордости, да. Так, ну что, давай что-то. Циркулярный циркулярный топор. Так, отремонтирую. Да, отремонтировал, потом дальше модернизировать. Это все у меня отлично, по максимуму. Потом модификация. Тяжесть. Так, ну в принципе на него ничего нельзя уже. А разве что на винтовку, да, можно, собственно. Чё? Ну, что-то нацепить. Винтовка гордости, вот. Давай на винтовку. А что там можно? Неторопливая автоматическая винтовка. Так, дефективная и тормозное. Я чуть не догоняю. Винтовка. Так. Урон. Смотри, если неторопливая, урон делается 4344. Если дефективная. А точность 84, а урон 3240. То есть лучше дефективное. Тут нам патроны брать. Бери, если тебе нужно. Так, точнее неторопливое. Что, побежали? Если сейчас сделаю. Так, все, я винтовку прокачал. Угу, я уже наверх побежал. Так. О, я сейчас нашел его. Вы же понимаете, вы убили Харди. Я вас умоляю. Вам жалко этого идиота. Господи Иисусе, лучше уж он, чем вы. Согласитесь? Вы предлагаете мне просто забыть, что со мной делали на корабле? Оглядитесь вокруг. Вы правда думаете, что все само утрясется? Господи, здесь все на кону, понимаете? Все! Отправьте сюда еще один вертолет, иначе я скормлю вас этим тварям. Еще один вертолет? Вы охренели? Это был ваш последний шанс. Вы бы себя видели. Гнев, ярость, у вас внутри все кипит. Да уж, держать себя в руках, небось, все сложнее. А что хуже всего, эта ярость не покидает вас ни на минуту.
ждет своего часа. Ну, спасетесь вы. А дальше что? Откуда вам это известно? Харлоу точно такая же. Может, пропустить это уже? Да, пропускай. Да, ведь нажалось, чувак. Хочешь, чтобы мы его пожалели? Так вакцины... Смотри, сколько бы наш еще разговор говорили. Не закончился, угу. По. Да дай, дайте ему башку, что там. Эй, да. Я в форте. Кажется, место безопасное. Идите сюда. Меняем лагерь. Так, город мертвых. Поменяли мы лагерь, да? Походу, угу. Сейчас все вот тут были. Так. Да, подорвать бы, да, мостик наполовину хотя бы. Ну да. Только как потом выбраться. И так, ну что, видимо, сейчас будем обороняться. Я винтовочку возьму. А где этот, кстати? Да хрен его знает. Да. Поговорить с чуваком. Тревором. Угу. Надо проверить. Сейчас я приду. Так, можно, ну, а, так, в принципе, что ремонтировать, если мы все. Так, ну что, говорю? Так, молниеносная автоматическая винтовка я получил. Я тоже, я сейчас посмотрю, что это. Я это пока что пропущу. Так, сложность максимум. Доберитесь до зоны карантина. Так, ща, я пока... Не-не-не-не-не, я сейчас... Сейчас, секунду. Я сам пока не знаю, что я хочу. Так. Попродаю вот эту всю хрень, что у меня есть. Что мне, в принципе, не нужен. Ну что? У меня, в принципе, все есть. Я прокачал. Так. Ух ты. Угу. Ну что? Ща-ща. У меня тут куча всякого хлама, я не знаю, может это все попродавать. У меня бриллианты есть. Ну я в принципе тоже продать могу что-то злобное, например, паралич, кухонный нож. Могу легко продать. Так, соковая лопата нет. Ключ. Ключ могу продать, боевой. Так, клинок. Так, нож для сахарного. Тростника, да, пожарный топор, нет. Все, у меня катана на максимуме. Так, у меня тоже. Офигеть. Тогда. Побежали? Так, ну что, да, идем. 200 метров. Интересно, что будет дальше, да, с оружием? Так, тут да, не открывается, нет. Да, ну, в принципе, закончим уже и эту главу. Так. Надеюсь, все будет гладко, да? Давай. Бежим. Нам выбираться с этого... Нам, короче, нам опять куда-то возвращаться назад нужно. Да. Ну, в общем, как всегда, а нужно нет, вниз. Вот, нет, не туда, а сюда, походу. Вниз, да? Или нет? Так, вот сюда. Ага. Я понял, понял. Побежим. Ты беги, я сейчас догоню тебя. Главное, чтобы сейчас зомби не было. А их уже будут. Так. Красивый голос. А ты сам вот она бьет, да, катана? Офигеть. Если раньше нам полчаса нужно было, чтобы кого-то убить, сейчас... Да, и тем более мы как бы в промежутке радиуса метра, да, всех убиваем сразу. Так, ну что, ты за мной? Так, тут нужно, видишь, спасти вот это вот тёлочку. Так, нужно вот это вот все дело собрать нам. Так, что там? Поговори, ну, что... с ней, может, что-то даст. Да. А, нет, это не тёлочка, я просто перепутал. Да-да-да, я понял, давай мне бабки. Меньше разговор. Так, взято, 25-25, контрольная точка. Все. Побежали. Да. Он такой трендит. Так, короче, да? Давай бабки. Я не знаю, нам какую сторону, походу сюда. Нет, я так не думаю. Да-да, сюда, мне кажется.
Ну да ладно, давай. Сзади. Так, понял, вижу. Просто нету шансов, да? Раньше мы били по одному зомби и как бы боялись их, да, что ли? Сейчас уже, знаешь, так на пролом просто. Даже за счастье, да, так побить их, опыта набраться. Ух, затопли. Нет, нам не сюда, видишь, там стрелка же показывает. Да. Так, можно обойти вот сейчас. Да, пофиг. Ну, на... ну да, сейчас. Налево. Да. Так, есть патроны. А. Ничего, ты бежишь? Да, я бегу. Так, 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 так. Почти у цели мы уже с тобой. Ух, так. Ага, голоса какие приятные, да? Первые ворота отпадают. Так. На той стороне их несколько сотен. Со вторыми наверняка то же самое, но лучше проверить. Вдруг придумаете, как туда пробраться. Да придумаем уж что-то, да? Не зря же, собственно. Играем. Так, 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 так. Хиот. Пахну так. Так, ну что? Типа открыть нужно как-то врата, да? Ну как? Нет, нам назад, видишь? Да. Куда-то сюда. Потому что это таким сразу же радикальным способом. Все тращить. Так, 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 так. Да, сюда идем. Сейчас сзади еще будут бежать, по сути дела. Опять? Этот. Угу. Трактор. Так, у меня есть у меня. Который можно прокачать. А, смотри, лестница есть. Неподалеку есть бульдозер. Может, удастся выломать ворота. Вот и твоя мечта сбылась. Хотел. Давай покатаемся. Ну, это реально Dead Rising. Да, это бульдозер, уже бульдозер, оружие. Что-то они, да, друг у друга. Взяли. Безумная затея, но... Но может сработать. Так, ну что? Установите... Выдержите канистры с топливом. А, установите канистры с топливом на бульдозер. А для начала их нужно найти. Да вот они тут. Так, ну я что, там нашел. Еще одна, да, есть? Да там еще куча. Ничего себе. А там нужно, по-моему, две. Всего лишь. Ну, сейчас посмотрим. Три, по идее. Три? Ну, что-то... Или 4, хрен его знает. Ну, в общем, несем все, там разберемся. Так, есть, установил. Давай. Таким образом, он тут высасывает с него бензин, да, если мы просто ложим. Да, да. Так, еще, да, одну? А ну сейчас, посмотри. Сейчас, 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 сейчас. Да, нужно? Вроде... Да, еще одну нужно. Сейчас, не вижу тут канистру. Ага, все, вижу канистру с горючим, да? Правильно. Так. Да-да-да. Так. Так, 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 так. На эту сторону, да, получается? Но сейчас покатаемся. Первый раз мы на транспорте будем кататься. Первый? Ну именно да, в этой игре. А мы что, на машинах не катались? А, ну на машинах, на это так. Беспонтово. Так, все готово. Запускаю. Главное, все нас манипулируют, но вдвоем мы только делаем, да, вот это все дело. Я не знаю, отойди, сейчас вдруг. Да. А, он сам. А, ну. Да, спасибо разработчикам, дали покататься. А сколько надежд? Или что это? А, они типа бензином провели, да? А что это? Я понял. О, господи. Видишь, там лестница уже. Да-да-да. А сразу же в глаза падает. Да. Так, подсказка 85-й левел, понял. А, что нам нужно? Так, зона карантина. У вас есть доступные очки умений? Так, нет, это не то. Сейчас, подожди. Угу. Новое задание с прибоем. Проберитесь в доки. В общем, гоу на лестницу. Ну иди проверь, что там. Может... Да, ты пока тут постой. Так. Так, что это такое? Почему он не лезет, ёлки-палки? Ага, все. Вдруг нам вообще не туда.
Но мне кажется, что туда. Нет. А, тут балкон. А, мы помнишь, тут были когда-то. Тут есть просто верстак, да. Так, тут есть просто верстак, мотива. Все, больше ничего тут нету. Ценного. Ну, в принципе, проверили, и то нормально. Ну да. Что у нас сейчас за задание? Проберитесь в доки какие-то. Угу. Потому что я думал что-то найти, потому что видишь зеленая карта. Замечательно. Что, убили, что ли? Да, я не знаю, как. Наверное, сам себя с катаной, знаешь. Так, убил зомби. А... Так, а ну попробуй пострелять, собственно. Со штурмовой винтовочки. А, реально, офигенно. Я ее прокачал. А, она полностью поменялась, то есть. Да. Очередь хорошая сейчас идет. Ну и отдача. Да. Нет, оставлю, пожалуй, ее, чтоб. На боссов там и так далее. Так, ну катана, конечно, просто бомба, да? У нас. С двух ударов. Ну, с одного, да. С двух. Ну, иногда может с трех. А раньше. Отлично. Да, раньше мы одного зомби били вместе. Помню, наши еще первые оружия были. Я не помню. Гаечный ключ. Да, что-то такое. Нет, нам не сюда. Значит, вообще вдруг. О, да. Тут можно. Нет, сюда просто. Тут лопаты всякие. Двери. Так, ну что, давай лутать все это дело. А, нам сюда нельзя пробраться. То есть через... Нет. Так, ну что. Ну, облутались, теперь идем дальше. Да, я знаю, куда вот сюда. В принципе, тут недалеко в любом случае. Так. Я сейчас добью. Да. Катанки, конечно, то, что нужно. Так, есть лопата. 114 урона. Так, если прокачаешь, беспонтовая все равно будет. Опять по сравнению с катаной. Наверное, это где-то здесь. Где-то здесь, вот тут, наверное. Mm-hmm. Да-да-да-да, вот. Все. 12-я глава. Предпоследняя. Да, город мертвых. Так и нет, это. Подожди. А, город мертвых, это же мы и так в 12-ю главу играли. Не-не-не, сейчас 12-я началась. А, сейчас 12-я началась. Ну еще минут 5 поиграем. Или можно уже закончить. Давай даже. Лучше за... Может, да, а мы уже. Давай а заканчиваем, еще, ребят. Давай хотя бы еще вот этих добьем, что. Да. А, да все, тут больше. Для приличия. Ребята, на этом заканчиваем, да, пожалуй. Долгие. Да, долгая была у новая, нас серия. Новая глава. Угу. Осталось две последние главы, да, если я не ошибаюсь, сколько там еще глав? Да, да, да. Еще две. Да, две главы. С вами был Эдисон, Only First. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.